тут написано «Управляй остротой». О! О, простите, Рутун, мы не хотим оскорблять. Всем привет, дорогие! Это твоя корейская Онни Кёна. Юн. Сегодня мы хотим попробовать такую лапшу. Говорят, это самая острая лапша в СНГ стран. Рултон. Сагонком. Сагонком. Выглядит супер остро. И тут написано «Управляй остротой». Мы, как кореянка, кореец, очень привыкли кушать острую лапшу. И поэтому хотим попробовать, насколько это остро. Я хочу. Остро, остро. Откроем. Очень интересная упаковка. Мя! Очень голая. Это зеленый, это красный. О, я немножко боюсь, что красный слишком остро будет. Пластика, да? О, так, ёйда. Первый раз видит. Бля, его? Мы корейцы, поэтому нам удобнее палочкой, да. Тут есть такой соус. Огоненно острый чили. И бульон. Овощи сушеные. У меня желтый, а у него красный. Не чувствую пока такой. Желтый? Ну, дымка ножи, кучи. Пораньше жаранде. Да, да. Мы думали, что красно будет. А? Как босса? Босс. Идем. А, вот он. Тоширак на бисте. Это очень похоже на упаковка тоширак. 여러분, 그나저나 우리 카자흐스탄이나 우즈벡 갈 건데. 맞아. 그래서 мы полетим в Казахстан и Узбекистан и Грузию. Ждите нас. 괜찮아. 아군이니 오스트리 칠리 소스, 너 просто это чуть-чуть солёный. Не острый. 그러엔. 따다다다다. 뭐야 이거? 리베다 что это такое? 뭐야? 너 이거 막 풀어줘. 뭐야 이거? приятного аппетита. Ладно, мне интересно, сколько будет стоить. О. О, кичено. Тогда попробуем бульон сначала. Боди? Они, уринаруру чиме ай амме ран ран. Я никогда не 먹어보지 못한 라면의 맛이야. 오, в Корее это лапша. Не невозможно продавать, потому что лапша обычно острая. Боди? Чавня. Чанде, масита. Но масинде? Ну, очень вкусно, просто соленый. Я думаю, когда мне очень-очень голодно и ничего кушать, тогда я буду кушать. Когда хамбон то гумин хагу могукате. О, да, да. Нега иголь кунг могулка? Томатный суп. Иге то масита, иголь. Это лучше, потому что это просто соленый. А это соленый плюс вкус помидора очень странный вкус. Хангугэсо иго보다 안 매운 라면이 없잖아. 거의 이거보다 다 매워. Это просто удон. Я думаю, нам нужно добавить огненный соус по-корейски. Будем смешивать. Намёта. Калай. О, простите, Рултон, мы не хотим оскорблять, просто это не наш стиль. Ну, для детей корейские им понравится, да. Уже мяво? Чуть мяво. А, очень соленый. Очень тяда. Тяда, вкусно. Честно, извиняюсь, я.
한국 라면 먹을래 진짜. 아 너무 짜. У нас очень просто. Просто один лапша. И под лапшой есть такой овощи. Годи. Это да, вот это да. Сразу видно такой острый. 여기 여기에 아까 고추 그려져 있었잖아. 응. 거기 말고 소금을 그려놨어. 오친 살루니. 오친 살루니. 오친 살루니. 이거 먹은 순간 아, 내가 바다에 왔나? 왜? 너무 짜니까. 이거지. Это корейская лапша. 맵겠다. 와. 맛있다. 이거지. 이거지. 와 진짜 예쁘다. 어 살 것 같아. когда корейцы кушают острую лапшу или просто лапшу, нужно чувствовать боль в языке. Остро и приятно. 스트레스가 풀리는 느낌 약간 이런 얘기 꼭 하고 싶어. 매운 걸로만 따지면 비교가 안 돼 솔직히. 얼른 잘 먹었습니다. Короче, сегодня попробовали лапшу с соусом огуньонно-острый чили. Нам было соленый, но вкусно было. Вот. И корейцам корейская лапша.